Куда поехать? Куда податься? Всю рыбу я уже переловил. Линь, карась, густера, плотва, подлещик, окунь. Да все, что в реке плавает, уже побывало у меня на крючке. Даже не знаю, что придумать. Секундочку. Алло. Да. А вот не знаю, куда поехать на рыболовное приключение. Всю рыбу переловил. Голавль? Ездил 2 раза. Что-то он у меня не берет. Что значит слабо? Канал «Рыболовное приключение» ловит любую рыбу. Голавля, говорит, не ловил и поймать не можешь. Вызов принят. Работаем. Нифига себе дырень. Раньше тут, наверное, Змей Горыныч обитал. Вот это да. Чтобы поймать голавля, надо залезть, ребята, в это дупло и 2 раза прокричать. Голавль, приди. И тогда вы его споймаете. Ну что, я полез? Ой, блин. Голавль, приди. Погнали, работаем. Я выбрался я на небольшую речку. Взял я с собой фидерок. Только немножко прогадал. Взял 3,90. Хотел на другом месте ловить. Ну, приехал сюда. Посидим немного, посмотрим. Закинулся только что. Были какие-то поклевочки. Споймал уклейку. Был надет один опарыш. Сейчас надел 3 опарыша. Посмотрим. Может, покрупнее насадочка и рыба будет покрупнее. Вытянул. Вот такой вот небольшой голавлик. Красивая рыбка, ну маленький. Вот такой вот с ладошку он попался. В том году, конечно, я покрупнее, 3 раза ловил. Или в позатом, уже точно не помню. Но вот такая вот рыбка. Начало есть. Супер. Продолжаем. Возможно, придет его дедушка. Смотрим. Ребята, споймал вот такую вот стрекозу. Может, на нее закинуть? Слышал, я на стрекозу как-то ловили голавля. Вернее, на кузнечика. Ну, это как кузнечик, только большой. Давайте попробуем. Песня. Сейчас главное закинуть. Попытка у меня одна. Стрекоза у меня тоже одна. Не будем говорить, что супер, но закинул. Кинул я ближе к тому берегу, но потом течением снесло сюда. Хотел я, конечно, немножко подальше туда кинуть, но шанс один, вытягивать не буду, боюсь, что оторвется. Пусть висит так, дадим мы ей минут 20, посмотрим, что из этого выйдет. Может, что-нибудь и получится. До этого висело 3 опарыша. Я вот сейчас доставал, они были все в ряске. То бишь, получается, я все-таки далековато опустил. Крючок мой заплыл с опарышами под вот это зелье. И там где-то в зелье висел. И я сидел, ждал поклевки. Конечно, подрассчитать сложновато, не зная там, что творится. Но тут, если бы уже ловил, уже было бы клипса. Знал, куда бросать, было бы, можно сказать, дело сделано. Ну а так, приходится пытаться искать. Ну, тем и лучше рыбалка. Интереснее, когда новое место, новое приключение, новые поиски. Ладно, буду сидеть тихонечко, потому что, напомню, рыба очень боязливая. Я здесь стою, разговариваю, возможно, все распугиваю.
прям в яблочко на самую ветку закинул. Это капец. Ну все. Это уже не отцепить никак. Ребята, дергал, что вы думаете? Потиху расшатал, и оно уж и обратно. И самое в чем прикол, не то, что кормушку спас, так вместе с поводком и с крючком даже ничего не оборвалось. Сюда притянул на берег, немножко распутал там 30 секунд. Все, и опять забросил. Фантастика. Раз, наверное, 15 оно обкрутилось вокруг этого сучка. В итоге я смог мало того, что отцепить, так еще и ничего, можно сказать, я не запутал. Вот это пруха. Ладно, ловим дальше. Я уже, если честно, и не надеялся. Думал, все. Нарыбачился. Можно ехать домой. Ну, раз судьба так благоволит. Поклевочки. Значит, будем еще ловить. Значит, я здесь еще нужен. Я уже, честно, кормушки, все в машине. Думал, туда уже не пойду. Все, свернусь и поеду. Одного голавлика словил. Как бы, чего хотел, того добился. Цель была споймать голавля. Я его споймал в самом начале, как и... Опа! Есть! Есть, друзья! На два опарика взял. Вот такой вот красавец, смотрите. А? Супер! Ну что ж, продолжаем. Небольшой, но клюет. Ребята, третий вот такой вот голавлик. Супер. Сейчас я его отцеплю. Вот такой вот небольшенький. Конечно же, нашего голавлика мы сейчас отпустим. Пусть плывет и радует нас, когда подрастет. Пока-пока. Клюнул мини-жерех. Или просто народе уклейка. Ну что ж. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плюк, пошла. Все, друзья, буду закругляться я сегодня с рыбалочкой. Что хотел, я все сделал. Ну а я поехал на очередные рыболовные приключения, чтобы радовать вас новыми видео. Пока-пока, пока. Не болейте, не кашляйте. До новых встреч. Они будут очень-очень скоро. Это я вам обещаю. Пока. Рыболовное приключение. Мы снова в деле. Работаем.